Да, все интересно. Игрушку дайте, покажите. Ну, нет, ничего не знаю. Что у нас тут? Здесь нету где-то в другой комнате. О, так. Вот здесь что есть. Держи. Так. Вот так интересно. Обеими ручками работает? Да? Ну, да. Так, хирурги смотрели, там все в порядке? Да. Оба яичка на месте. Да. Но у нас другие проблемы. Во-первых, у меня была очень тяжелая беременность. Он родился с тазовым предлежанием. С весом 2400. Ага. Ну, соответственно, 5. Да. И мы делали УЗИ. Ну, не знаю. Так. А поясничные боли есть внизу? Поясница есть боли, нет? Нет. Ну, когда были критические дни, тогда было... Когда стоите, есть боли в ногах перед сидеть? Нет. Ну, может, не задумался, наверное, нет. Ну, сейчас не отекает. Нет. Ну, были ли вообще? Не до 43-го, я 43-й размер почему увязал, у меня был 38-й. Они были просто гигантские. Очень хорошо. Я сяду. Ну, вот, ну, короче, все. На месте. Держи. Таз у тебя слабим. Я беру пальчиком, подвожу под лунное сочленение и убираю напряжение. Мышц тазового дна. Как это нормально, да? Язычок чуть-чуть вываливается у него как-то. Нет? Иногда да. Да ладно. Я же тихонечко все делаю. Ну не надо, потерпи. Потерпи, чудес напряжение есть. Не-не-не, ладно. Немножко, ладно. Вот так. Когда язычок немножко вываливается, я всегда, почти наверняка, предполагаю и говорю о том, что это где-то второй-третий сегмент шеи. Да. Я сворачиваюсь, не бойся. Знаете, что я делаю? Чуть-чуть нажал только. Все, не волнуйся, можешь. Прохожу. Здесь все хорошо у нас. Большими пальцами. Позвоночно-двигательный сегмент. Да, ну, видишь, сколько дерни. Это 2 из 3. Во флексию идут. И блокируются. Обычно принявлен таким акцентом. Ну ладно. Вот. Седьмой первый, да, Данька. Ну не обижайся. Ты такой обидчивый, да? Ну чуть-чуть я только нажал тебя. Вот, ну еще я все-таки иногда этот сегмент беру. Так не идет. Это могут быть ручки. Да. Так, ну, папа, держит. Ну, вот так вот. Сейчас. Не бойся. Значит, видели язык. Идет чуть-чуть вправо. А должен симметрично. Держим. Все, маленький, все. Все можно держать. Да, развлекайте. Мама развлекает. Мама рядышком. Взяла ручки ребенка. Все, и общается с ним. И
Говорит, что вы здесь, что вы его не бросили. Не бросила. Что тут обидчики все делают свое дело. Значит, первый был смещен вправо, а второй, третий влево. Ну и дислокация с трех позвоночков была. И третий, четвертый грудной. Второй, третий крестовый. Все, все, Тёмочка, все маленькие, все. Все, сейчас, малышенький, еще чуть-чуть. Ну, сейчас идет сейчас краниальная техника. Техника краниальная. Вот, общее прослушивание. Все, Тёмочка, все, Занька, ты молодец, ты герой. Знаете, что у вас было, да, есть, назначил, да? Ну, после, да, вот этих процедур мы носили. Я сейчас только носить неделю. Еще недельку поносить, еще, да. У нас тогда все стабилизируется. Сейчас на ручки возьму. Да, сейчас мама тебя пожалеет, приедет. Мильник, что, Занька, ты молодец, ты умница. Так, вот это тоже. Я ее называю, как она называется? Колыбель. А? Да. Все, 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 все можно. Все. Да, смотри, мама. Тихонько, дочка, будет приятно. Да, видишь, как интересно. Ты только надоела мне эти ручки. Ну, я тебе показываю. Телефон еще если покажут где-то. Да. Это все. Ну еще сейчас интербукальную технику применим. Пальчики помыл. Я резинки всякие. Эти не люблю. Да. Перчатки. Просушу пальчики, все. Вообще пососать, сегодня вкусный, правда? Не очень легко нажатие идет, выравнивается свод черепа, свод элементный череп, а свод неба. И все. Еще раз прослушаю головочку. И на этом мы с вами сегодня закончим. Тёмочка, ты молодец. Воротничок носит недельку. Мы сказали, как когда лежит, не надо делать, когда берете, да, забудете. Ну, здесь все сейчас тоже хорошо. Надеюсь, они больше не съедят. Что он делает? Ну, эти позвонки или что-то. Ну, видите, пока ребенок... Для ребенка голова тяжелый предмет. Угу. Надо, конечно, шейку беречь. Ну, обычно 3-4 часа мы делаем, правда? Угу. Да? Все, ты умница. Все, все, все хорошо. На четверенечки ставите его? Да, вот так вот. Угу. Молодцы. Давай. Эту позицию должен привыкнуть. Угу. Он еще витамин D не усваивается. Не знаю. Два раза давали мочу, эту поселковичу, как это называется, и минус отрицательный. Хотя и дают. Ну вот это несколько раз делайте, что он вставал на четверенечки. Да. Он будет сейчас каждый день посильнее все. Угу. Вот, чтобы она все-таки устойчива. А потом начали ползать. Так он ползать надо. Сейчас, подожди. А еще вот мы... Сейчас, так, подожди. Массаж... Толкайся, Тёма. Тёма, давай, на, на. Угу. Ну, вперед. Вперед, встаньте. Ну, давай. Ну, в принципе, уже этого поза не должно быть. Все равно нужно сносить дверь. Этот трюк. Ну, в тени постоянно. Сюда, на животе, это для него вообще ужас. Ну, точка, Дима, давай, 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 давай.
Умница, молодец. Все, знаете, как мышцы все работают. Вот такие тренировки устраивайте обязательно нашему человеку. Вот так вот. Ты молодец, Семочка, ты сегодня хорошо поработал. Ну, и посмотрите, что я сейчас вам покажу с ножками стал, да? Отдыхай, отдыхай. Видите? Да ладно. Ну ладно, чуть-чуть тебе, чуть-чуть сейчас. Ну, мама должна делать эти упражнения, да? Да, ладно. Да. Ты уже устал, все. Можно одеваться.